Сегодня мы приехали в город Макеевку, в село Макеевка. Эта женщина, у нее нет двух ног. Она потеряла ноги по болезни. Положение, мы когда-то к ней приезжали, но положение семьи не улучшается. А вы прекрасно знаете, как у нас в Донецке сейчас трудно и с обеспечением, лекарствами и тому прочее. И вот сегодня, благодаря замечательной группе из Норвегии, помощь детям Украины под руководством Игоря Губаря, Арины Обсал, Надежды Фетисовой. Благодаря средствам, которые пожертвовала Ингрид Маргарет, благодаря людям из Норвегии, мы вот привезли здесь продуктовый набор, чтобы каким-то образом эту семью поддержать. Она живет с дочерью, правда, дочери сейчас нет, она поехала, у них еще одна проблема, там еще один человек лежит в больнице, тоже ампутировали ногу, их не родственник. И вот благодаря братьям норвежцам, благодаря людям, которые вот не могут просто так сложа руки сидеть у себя даже в Норвегии, смотря на ту печаль, то страдание, которое происходит на Донбассе. Огромное спасибо людям, огромное спасибо всем, кто принимал участие. И вот мы проведали эту семью и думаем в дальнейшем помогать им. Света у них нету, фонарик только. Подключено. Спасибо вам, люди, вот за такой замечательный продуктовый А набор. можно мне сказать? Спасибо большое, кто откликнулся. Спасибо большое.